Прощаемся с ноябрем, приветствуем декабрь. В эти выходные встречаем календарную зиму. Поприветствует она нас, кстати, традиционно легким снегом и легким морозом. В эти выходные мы предлагаем вам подготовиться к зиме. Как пережить зиму поклонникам летних опен-эйров только в клубе? Ночной клуб «On Air» открывает зимний сезон концертом модного коллектива «Guru Groove Foundation». 1 декабря в «On Air» – гордость российской танцевальной сцены «Guru Groove Foundation». Мы «Guru Groove Foundation», и 1 декабря мы ждем вас на своем сольном концерте в клубе «On Air». На улице пока нет ни снега, ни льда, но уже время задуматься о покупке зимнего спортивного снаряжения. И если вы еще не умеете делать тройной тулуп и двойной ридбергер, не расстраивайтесь. У вас есть время подготовиться и увидеть, как это делают профессионалы. Областной чемпионат по фигурному катанию пройдет в эти выходные в комплексе «Кристаллик». Левая рука на синем, правая нога на желтом. Молодежный игра «Твистер» позволяет сохранить хорошее настроение и физическую форму, не выходя из дома в холода. В нее, кстати, можно играть целыми командами. Городской турнир по «Твистеру» пройдет в эти выходные в арт-площадке «Лестница». Совместно с арт-пространством «Лестница» и магазином настольных игр «Мосигра» мы проводим турнир по «Твистеру». Это необычный «Твистер», когда там умещаются 4 человека, там 3. А здесь у нас может уместиться целых 15 человек, он огромный, грандиозный. Ну и, соответственно, призы, конечно, будут замечательные. Любителям тишины и покоя мы рекомендуем просто направиться на прогулку и насладиться первым настоящим снегом. Правда, для этого нужно подобрать подходящую одежду. Теплее, чем у меня, так что пойду готовиться к зиме.